Автопарк станции скорой помощи обновили в области Жетысу. Медработникам вручили ключи от 40 новых автореанимобилей. Спецмашины оснащены современным оборудованием. По словам представителей местной власти, в этом году на эту сферу выделили почти 1,5 миллиарда тенге. Большая часть средств направили на улучшение материальной базы медучреждений. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» уже в следующем году в регионе планируют построить 59 медучреждений. Там внутри находится, оказывается, все необходимое оборудование. Пока больного вы довезете до больницы, можно сохранить его жизнь. Поэтому это большая помощь, это большое достижение для сотрудников медицинской службы нашей области.